в таких журналах, как, может быть, уже многие забыли, но кто-то из присутствующих наверняка помнит, например, журнал «Крокодил». Вот, причем с интересной темой протекания крыши. Очень актуальная сейчас. Какие-нибудь журналы типа «Сельская новь», вот такие вот вещи. Но сейчас библиотека тоже попадает на средства массовой информации не только наши, на нашем национальном и местном уровне, но и такие вот издания, как толстый литературно-художественный журнал «Знамя». В статье Сергея Эрлиха, если вы знаете такого издателя, он вспомнил и про библиотеку Ломоносова. Ну а Олеся Рудягина, которая возглавляет ассоциацию русских писателей, часто говорит в литературной газете тоже о наших мероприятиях.